Не везде требуются кадры с образованием и большим опытом. За 7 месяцев текущего года на временные работы было трудоустроено 9500 юных жителей региона. Большинство из них — это подростки в сложной ситуации, из неполных и малообеспеченных семей, оставшие без попечения родителей, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Работу ребятам предлагают разную, а объединяет все варианты одно. Деятельность не предполагает наличие профессиональных знаний и не должна наносить вреда здоровью. К примеру, подростки трудятся в школьных библиотеках, благоустраивают территории учебных заведений, а также убираются там, высаживают цветы. Также ребята помогают ветеранам Великой Отечественной войны. За все это школьники получают зарплату, а также материальную помощь из областного бюджета, около 1900 рублей. В этом году на поддержку трудолюбивых юных жителей региона выделено более 23,5 миллионов рублей.